eSportBets.com. Уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Впервые в 8-м сезоне легендарной серии Star Ladder зрители и фанаты смогут сами определить главную награду в дисциплине Dota 2. Стартовая сумма призового фонда – 50 тысяч долларов. Каждый купленный билет турнира добавит к нему 2,5 доллара. Смотри игры через Dota 2 клиент. Поддержи любимые команды и внеси свой вклад в развитие Star серии. Уникальный сет на Вивера в подарок. Что ж, мы приветствуем вас еще раз, дорогие друзья. С вами по-прежнему все те же надоевшие вам лица. Это Каспер и Годхант. Да, мы пока еще... Ползай, братюня. Что ж, последний матч на сегодня. Кьюпат Ред Пандас против Супер Стронг Динозаврус. Да, ну... Фнатики сегодня действительно удивили, очень сильно удивили. Не знаю, кого в хорошую, кого в плохую сторону. Но вот, собственно говоря, турнирная таблица. И Фнатики сейчас в ней на 6-м месте с 5 поражениями. Ну, играют у нас сейчас Кьюпады, которые на 15-й строчке 4 победы, 12 поражений против SSD, которые находятся на 10-й строчке, имеют 8 побед, 4 поражения. Ну вот SSD — это как раз та команда, которая вроде находится сзади, но у них по-прежнему всего 4 поражения. Если они сейчас вообще все откатают идеально, всех побеждают, они еще могут к нам сюда приехать теоретически. Но проблема в чем? Правильно, проблема в том, что матчей там немерено. От команды остались одни вот... Райз и CVM. Да, Райз, КВМ. Не, ну остальные у них там тоже практически на постоянной основе катают. У них там периодически там 1-2 человека меняется. Но remaining. Да, с таким отношением, с таким Radiant подходом вряд ли получится победить серьезные коллективы. А матчей у них там достаточно много. Ну вот я, собственно говоря, сейчас и хочу посмотреть, что там, кто остался из... оппонентов у SSD. Next, Relax, Rocks Kiss. Ну, ForFC уже нету, да. И Альянс. Беда? Физикатка. Беда. Ну, понимаешь, просто Next-ов уже будет, я думаю, достаточно сложно пройти. Типа релаксы тоже там Dread может, в принципе, зажечь. Роксы — это одни из фаворитов вообще Star серии. Ну, собственно, как и Альянсы. Так что у SSD будут не лучшие деньки. Совсем скоро, друзья, эти не лучшие деньки начнутся. Это будет после праздников, 3, 4, 5 число. Там вот все эти матчи как раз вы и сможете понаблюдать. Каспер будет вкалывать в соло. Угу. Такая у него беда. Тебя спрашивают, какая песня играла перед фристайла Рака Макафон? А я не помню. Годхант не помнит. А я вам ничем не могу помочь. Хорошие песни играл, я уверен, расспрашивают. Так я угадаю, это песня, которой название ты хочешь знать. Давай вот только без вот этого. Кьюпат Ред Пандас забирают себе Визажа и Гирокоптера. SSD имеют Тимберсоу, Кристал Мейден, Патма в бане, ОД, Рубик, Сларк и Элвер Титан. Ну, Кьюпаты забанили... Что? Кто это первый бан? Это Скелетон Кинг? Минус Скелетон Кинг, минус Бристол Бэк, минус Вивер и... Нет Разора. Я смотрю на пак-пик Кьюпадов, и у меня пак-пик? Начинается пак-пик Кьюпадов, и там появляется Undying. Угу. Ну и чем тебе не нравится Undying? Начнем с этого. Но он достаточно силен до определенной стадии игры. 10 seconds remaining. Dire team pick. Что там случилось? Да, ничего, читаю, что ВП хотят подписать поляков по КСу. Ну, нормально. Вот тут так вот, просто-напросто. Вот поляки выиграли и сразу такие... Надо полякам задуматься, на самом деле, стоит ли. Не, ну, типа, а что плохого? Организация вроде элитная достаточно. Я говорю не про доту, я говорю вообще. У них там еще танкисты серьезные есть. Вроде как.
Не надо на меня так смотреть. Там, кстати, смотри, еще и Trin Protector появился. Там, походу, вообще сейчас будет мастерство замедления в исполнении Q-Pad. Сейчас so slow game. Как бы не было со slow gaming сейчас быстренько. Соуснули, ты имеешь в виду? Со slow gaming. Ну, сейчас посмотрим, будет ли тот самый со slow gaming небезызвестный. Который был, например, в первой игре Фнатиков. Да во второй там тоже, по сути, было пару моментов. Там подольше было. Растягивали удовольствие. Заканчивалось на предварительных ласках, уже все было. Изикатка. Да, ну вот тут... Я к чему просто вел? К тому, что в драках будет очень-очень неудобно драться SSD. Чем дольше они будут затягивать сражения, тем больше у них будет проблем. Там кулдаун вместе с зомбаками и Trin Protector просто не дадут сдвинуться с места никому. Ну, сейчас должен появиться какой-то герой, который может быстро уничтожить тамбу. Даешь Урсу. Антимаг. Нет Урсу. Ну ладно. Вот тут, кстати, нам уже пишут комбо-вомбо. О, да тут супер мувик еще и длится минут 5. Не-не-не, там 30 секунд всего лишь. Пошел. Вот так вот. На! Вот так надо было и комментировать. На! Ну там вообще жесть. Кого бристалбэк, вот это пш. А еще можно... Пока Гудханд вытирался. Ладно, в бан последним отлетает Dragon Knight. Кюпады банят Дума. И остается по одному пику. Кто может появить свой SSD? Есть Timber Soul, скорее всего, на Hard Lane, Patma, Crystal Maiden, Sun King в триплу. И оффлейн может появиться Фурион. По фарму он чемпион. Фурион по фарму алхимик. Чемпион, ну... Что? Значит, алхимик идет в мид. Тимбер сложная, да, Патма, ЦМК и Сэн Кинг, собственно, боевые товарищи. Да, вот так. Ну а кого заберут кюпады? Не знаю. Кстати, ты знаешь, у кого сегодня дни рождения? У Хвоста. Ну, во-первых, у Хвоста, я, да, с чем мы его поздравляем. Нам все его поздравляли уже еще там ночью. Как только все это началось, я уверен, что Хвост уже к этому моменту был где-то далеко. Там, где у него день рождения еще не наступило или уже прошло. Да-да-да, чай пил, конечно. Сегодня также день рождения у самого Стэна Ли. Знаешь, кто такой Стэн Ли? Это тот, кто придумал всех вот супер-пупер героев, автор всех этих. О, у нас с ним одинаково с мышлением. Я тоже дурак тот еще. Ты бы тоже придумал всех этих. Изи. Да, вот ко-креаторов Spider-Man, Iron Man. Ой, цель у него фолловеров-то вообще всего ничего. X-Men и так далее. То есть вот миллион. Эти все товарищи, ну всего-то миллион фолловеров. Миллион фолловеров. В Твиттере. Там на Фейсбуке еще, думаю, лямов 10. Минимум. А если взять всех фолловеров из тех проектов, прикинь, которых он участвовал... Прикинь, он кораблей кинет. Вот там, я думаю, корабли залетят. Прикинь, какая флотилия, это просто... Контакт уронят. Да, можно будет неплохо поднапрячь сети. Не, а он по-другому накидает не корабли, он супергероев. Супергероев, и там спуди, спуди, хулки, и все крошит стену. У нас пауза. Очередная. По-моему, ни одной игры сегодня не стартовала без паузы. Ну, это старая добрая традиция. Как-то мы с мужиками всегда 31 декабря оставили игру на паузу. Вот тут та же самая история. Наказать. Блюмана на всех поздравляет с наступающими праздниками. Всем желает всего самого наилучшего. Мы, естественно, его тоже. КВМ просто решил ограничиться плюс один. Ему было впадло писать. Ну и кьюпады, давайте посмотрим, кто на ком катает. Собственно, Блю Банана будет на Герокоптере, Дурум Андайнг, Вилка или Вилик, Пак, РМН, Визидж и СЛХЗ на Триент Протекторе. Ну, а тут вроде все. О, тут, кстати, Сэмка в этом забавном сете. Такой прикольный, на Валькирию похоже. Знаешь, на кого похоже? На жену этого... Кого? Боже. Который быстрый был, нереально. Мультик про него еще есть. Астерикс ты имеешь? Астерикс, да, жена Астерикса, смотри. То есть крылышки на голове, все, сразу жена Астерикса. Да. Хорошо.
Так, ну, в принципе, да, понятно все. Это у нас Джукес. Это, если что, да, команда SSD. Вот, собственно, Arise на Алхимике, КВМ на Патме опять, Мини, Сэнд Кинг и Верн. Ты так классно все это показывал, типа, я думаю, зрители оценивают это. Я сам смотрел это все. Не надо мне тут рассказывать. Мы обсуждаем, они смотрят в медле крипов, которых тоже нет. Так. Мы в ожидании чуда. Песню ремикс. Там все выясняют песни, песни, песни. Так, мой диджейские способности не знают границ. Да ты у нас... По окончанию стрима будет Стас Михайлов. Все для тебя! А продолжение? Светы и закаты для тебя. А дальше что? Дальше тяжелее. Не помню. Ну ладно, ладно. Этот взгляд надо было увидеть, конечно. Не, ну что, люди огромные бабки отдают, чтобы послушать великолепного Стаса Михайлова. Где-то на концерте. Его приставка какая-то или что? Это как Борис Мудрый, а у тебя великолепный? Ну, типа того. Стас Михайлов великолепный. Как там, непревзойденный. Да-да-да. Ну что, погнали, все, пауза у нас наконец отжали. Можно повоевать. Сэнд Кинг, кстати, с тапочком сразу же. Такой товарищ любопытный, интересный. Один тапок настолько ног, это вообще фигня. Ну, а, то есть хочешь сказать, что он его еще замедляет, да? Да, скорее всего, мешает, типа, спадает, вот. Спотыкается. Да-да-да, кстати, очень неудобно. Можно нажало одеть, например, сверху, знаешь, так, ну, вообще отлично будет выглядеть. И сапогом сверху, по темечку. Я тебя раздавлю. Ладно, у нас уже начинается тут действительно плавильня какая-то дикая. Нормально, все пока расходятся по лайнам. Вперед всех скачет курьер, он будет стоять на изи лайне, судя всему, сейчас отфармится и пойдет навешивать. Кстати, может быть, да, это тот самый, кстати, Genuine Smivel, который с International. Сразу видим, что парень старался, парень потел, открывал разные стили. Вот ты можешь тоже людям показать, что огромное количество бонусов открыто. Говорят, что один. Нет лучшего слуги, чем верный смявал кузнец. И игр на интернешнле просмотрено 10. Причем я уверен, что 5 это гранд-финал и 5 это полуфиналы. В принципе, все понятно с этим SLHZ. Вот так вот. Потный. Очень-очень потный. The battle begins. Что у нас по дефолту будет стоять на хардлайне? Будет агрессивный трипл-лейн. ЦМ-ка, КВМ на Патме и мини-баньерт. Что? В мидле будет Алхимик против Пака. Ну вот это, кстати, нормальное противостояние. Если Алхимик будет качаться через Acid Spray, он будет качаться через него. Паку будет здесь не самое приятное деяние такое. Да-да-да, Пак действительно будет подлетать только изредка. Алхимик еще грамотно делает, агрит на себя крипов через атаку на героя, для того, чтобы крипы далеко не отходили, чтобы Пак был вынужден стоять под этой тучкой. А там еще тычки залетают от крипов, которые под тучкой, естественно, еще больнее. Короче, у Пака могут быть проблемы. Ну, Пака спасает единственное то, что, да, рейнджовый герой, как-никак, может нормально воевать. Там внизу у нас уже Верн против РМНа бодается. Визардж соло сложное. Я такое видал уже раньше. Это примерно как Сларк соло сложное? Не-не-не, это получше, чем Сларк соло сложное. Не, ну против Тимбера в соло стоит понятное дело, что он получит здесь достаточно быстро 6 уровень, у появятся фамильяры, да и айтем он какие-то должен вывести, потому что Тимбером... Посмотри на зуме внимательно пока наверх, быстро-быстро. Что? Ну, у него 1062 хп на первом уровне. Ну, неплохо он настилил. Да, у него просто 6 настиленных эффектов. Зато у Цемки 264. У Цемки все хп помещалось. Просто я даже не знаю, как это назвать. Там плевок какой-то, типа, упало, прибило ее просто. Да, вот реально, мне кажется, сейчас... Раскаст визажа в первом уровне минус просто. Просто сразу фраг, да. Там разбивали, так, например, лицо. Так, смотри, РМНа здесь будут цеплять. Будет ли подкоп? Да, я думаю, будет сейчас подкоп. Должен быть подкоп. Да, сейчас также будет Whirling Death. И это First Blood. Для Сэнд Кинга, между прочим, у которого, значит, что? Правильно, скоро будут арканы. А это значит что? Он сможет восстанавливать ману. А да это ладно. Значит что? Его команде будет проще стоять на лайне. А нет, это значит... Нет, тут ты не прав. Не его команде. Он вообще на лайне не будет стоять. Вот в чем дело. Ага. Он пришел, подкопнул, убежал, пополнил ману. Вот так обычно делают нормальные сынки. А это значит что?
Он быстро получит лещи от своей команды. Тут тоже, правда. Смотри, кстати, Сэмка воюет. Да-да-да, мне очень нравится. Очередной дикей будет. Так, ну у него пока 435 хп, пока что все более-менее нормально. Хилим, заживем. На еще и 359 здоровья. Да я бы даже там здоровье Левинармор, не назвал. Погоди, там дерево не так просто убить. Как-то, кстати, с Левинармором-то у визажа немного похуже было. Его почему-то не пытались засейвить. Да, все по плану. Да будем мы этому визажу, а не Левинармор. Ну, да? Денег должен, например, дереву. Смотри, Дурум выходит сзади и давай сразу же. Давай. Дикеем. Слушай, а вот сейчас интересно, сейчас же будет колба еще. Хотя... Не-не-не, а что они ему тут сделают? Ну, колба, а там опять Левинармор, как мы видим. Это, конечно, да. Так, и Санкинг опять отправляется на лайн. Тут, правда, есть сейф ТП, и на лайне оказывается Дурум. Вот. Ну вот, собственно, он и увидел сейчас мини. Правда, мини вообще игнорирует Дурума в каком-либо виде. И я что-то не понимаю, что с Рменом? Я не знаю, нет, с Рменом все было нормально. Ненормально все было с Санкингом, который отказался почему-то бить визажа с руки и посчитал, что не царское это дело клешнями трогать оппонента. Клешнями визажа. Не, на самом деле это бывает такая проблема. Не, я понимаю, что у него там было 100, не 150, у него там порядка 200 хп было к тому моменту, но все равно это не делало его каким-то... Так, Блюбана, она поймала Сиаро, получает колбу. Ставится стан на цемочку, ну и дерево подхиливает. Хорошо, дерево справляется. А у КВМ, кстати, есть лип и Старфол, но он не стал прыгать. И Герокоптер сейчас выхиляется. Так вот, у многих игроков есть изначально такая проблема. Она называется... Да у меня скиллы на кулдауне были. То есть, если скиллы заканчиваются, все, сразу же удочки сворачиваются, чувак убегает из драки. Или просто бегает, ничего не делает. Это ошибка. Можно бить руками, и не просто так придумали. Ауру цемочки появляется, и теперь Тимберу на лайне стоять куда приятнее. 2-2 Регина, ну и Санкингу теперь постоянно будет хватать на подкоп. Рамен, Дурум. Что здесь, будет какой-то выход? Ну, должен сейчас выходить у нас мини, правда, его опять же видят. Тут под вардом носится. Самый беспалевный ган года сейчас будет. Сейчас, погоди. Тут он... А, он еще и уровень получил. А вот это уже может быть ошибка. Сейчас можно вообще двоих копать. Да нет, слишком мало дэмэджа, и Living Armor тут работает неплохо. Дело даже не в Living Armor. Дело в том, что визаж, как человек, который стоит сложно и понимает, что его будут бить, сделал очень пассивочку. Грамотно. Да, у него пассивка в 2. Следовательно, в начале, когда его начинают бить, ему вообще плевать на все эти подкопы, какие-то там атаки с руки. Там сопротивление идет просто нереально. Сейчас вот у него 30%, ну 33-31%. Подкоп. Дурум. Подбрили. Подбрили, как ты сказал. Ну да, так и было. Это в Райлинг Дед? Как? В Райлинг Дед? В Райлинг. В Райлинг. Хорошо. А как правильно будет? А? Как правильно будет? Да, вроде Уирлинг. Нет, мой вариант. Или Уайрлинг. Так, Пака подкопали. Пак не стал прыгивать. Дримкойл. Заряжает стан Алхимик здесь. Ну, это минус визаж, скорее всего. Так, погоди, тут это минус визаж. Чё ты его вечно хоронишь? У визажа все нормально. У него Левинармор. Да. Ну вот только-только сейчас его получилось забрать, да, у алхимика. Ты не читал ситуацию? Я читал. Хорошо, я Вилка понял. Пытается спастись отсюда. Но маны не хватит, хватит только на один диск. В любом случае там Иллюзорий Ор подкатился, и он будет улетать. Так, погоди. Неужели пойдет до конца? Ну а чё дальше? Он не считает наличие маны. Вот. Фиговый математик. Конечно, думал, что цемочка ему отрегенит там сотни три, пока он летит. Ой, посмотри, там сейчас... Блин, банана мимо Аро пролетает, но... Там и КВМ очень сильно доставалось с флека, вот в чем дело. И в смоке. Санкинг подходит на топ, дает арканы. Я же говорю, что он будет команде арканы давать, ты говорю, будет в кустах. Вот, нифига. Тимплейный игрок. Тимплейн у него на 5 баллов. Хорошо. Так, ну вот в чем цемочка у нас тут затаилась. Ждут появления хоть кого-то на линии. Это бы не помешало, явно. Но никто не появляется. Герокоптер пешком уходит с лайна, регенится. Я видел пару таких игр, когда хвост тоже ходил 3 или 4 раза пешком до фонтана. И закончилось это плачевно. Ну, времени, да, много тратится, безусловно, потому что вы вроде там что-то делаете, ну, в смысле, бегаете, мансите, там...
лечитесь, разменивайтесь по хп и так далее. Ну, враг-то просто стоит и бьет крипов. Пока вы туда-сюда сбегали, пару пачек крипов вы уже пропускаете. Банана вышел на лайн. Ну, это байт. Это байт, пацаны. Просто про байт. Колбочка, ну там линк армор, запрыгивает, потма, арол. Должен быть старшторм, есть старшторм. Дерево очень много получает. Две... Ой, это минус КВМ. КВМ отвалился. Минус ЦМ-ка. Это минус 2. КВМ такой фейлер. Это просто надо было знать. Если кто заметил, друзья, КВМ не дал стрелу после того, как вышел из стана. Он просто сделал лип, попал стрелой в дерево. Хотя лип я не понимаю вообще, зачем он делал. Мог бы сначала стрелу закинуть в гирокоптера, который был там в колбе и так далее. В общем, КВМ тут, да, немного оплошал, как мы... Пак. Выяснили недавно. А чё Пак? Появляется руна на топе. Ну, Пак шел контролить руну. Я думаю, кстати, Тимбер ему какую-то борьбу навяжет. Тимбер решил. Хоста у алхимика. Красава, Вован. И что это будет? Станчик? Дерево. Чувак, это станчик? Чувак, это станчик. Но дерево убегает от станчика. Гирокоптер пока остался здесь. Гирокоптеру появляться здесь опасно. Да, вот сейчас Сент-Кинг увел крипов. Вышка начинает пушиться. Причем пушится она будет нормально. Сейчас еще пак крипов подойдет. Катапульта будет жить. Катапульта, живи. Да, я пока смотрю, что там у нас в чатике в элитном происходит. И что там происходит? Пока ничего не интересного. Хотя вот человек правильную вещь толкает, что многие недооценивают ауры. Команды с Базилой, Хедреской, барабанами и так далее, да, имеют огромное преимущество. Или же нет? Ну, конечно же, имеют огромное преимущество. Поэтому некоторые капитаны, они, ну, фактически не то чтобы помешаны на аурах, но они... Так, алхимик заходит. Получает дримкоил, спустил. Пак заевейдил. Вот, а алхимик сейчас... Ну не, алхимику здесь ничего не будет, он просто уйдет. Сейчас, погоди, тут визаж. Да еще по ультимейте. Скорость, нет, не высасывает скорость визаж. Высосит там визаж, да. Не знаю, что не высосал. Высасывает скорость, потом сажает птичек одну, вторую. И... У алхимика заканчивается ульта к этому времени. Вот только сейчас. Ты, погоди, ты не путай мой идеальный план. Птичек посадить, ты знаешь, такая туча фамильяров нависла и по одному начинает. Да, да, так... Убийство ложкой, знаешь? Вот да, 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 нормально, потом по 40 урона или сколько они там наносят. Уже не помню, кстати. 60, 100 и 140, ой-ой-ой. Это серьезная, кстати, заявка. Секундочку просит РМН. Там, кстати, выезжают ребята на мид, Верн и Мини. Не знает этого РМН, продолжает игру. Ведь мог бы подождать 2 минутки на паузе и запалить стрим. РМНа начинает впиливать, если вижен. Но это минус РМН. Да, еще и фамильяров. Ой-ой-ой, отдал. И того, цемочка. 120 хп от вышки не наловил. 4-3, впереди динозавры. 10-я минута. 1500 по золоту они ведут. Ну и 1750 где-то по опыту. 10 минут игры позади. Да, вот Пак сейчас отчаянно дофармливает себе... Как дофармливает, пытается нафармить на дагер. Он купил себе Power Threads. Денег больше у него не осталось. Есть телепорт, есть ботл. Ну, так себе идут дела на самом деле. Что у нас там? Сент Кинг, арканы есть, а ему почти ничего и не надо. Так, 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 крипа не забрал. Что, алхимик, 8 уровень? Сейчас мека будет у алхимика. Ну, не сейчас, ну, в смысле, на рецепт только осталось. Уже есть баклер, уже есть хадреска. Что у Блюбанана? У Блюбанана джакалокоптер вырисовывается, есть аквилла, есть ПТ. И почему-то мне кажется, будут появляться барабаны. Хотя почему он еще брейсер тогда не приобрел себе? Хотя, возможно, пойдет... Сейчас, погоди, еще и не все потеряно. Деньги есть. Все нормально. Сейчас... Или он одним кликом купит барабаны и сделает это неожиданным переворотом. Говорит, ага, думали, я БКБ куплю? Хренушки. Вот это коварность, я бы сказал. Все такими коварными были. Да, мечта всех противников, чтобы энеми были такими коварными. Так, Сент-Кинг, перемещение пока идет у нас в центр. Есть уже 7 уровень, то есть 4 подкоп имеется. Не знаю, что он там еще по лесам своим шастает. Есть отличная возможность походить, поубивать людей, например. Так, Элайс Диссапьерд. Ну, тут спалились откровенно сейчас парни из команды SSD. Сразу же уходят за вышку СЛХЗ и Блюбанана на топе. Это Огр Клаб прилетает к гирокоптеру, все-таки будет БКБ. Так, он еще коварнее оказывается. Коварнее, чем мы могли подумать. Да, это вам не шуточки. Ну что, на самом деле пока
ребята пытаются гангать. Тем временем Пак на ботами просто все это время фармит. И неплохо получается. У Талисман, ПТ-шечка, бот, он не лучший. Затар на 12-й минуте. Можно посмотреть. Нетворс 400 у Алхимика. Следом идет Герокоптер 3700, 3500 у Тимбера. Ну и 300 у Пака. Да-да-да, я сейчас смотрю, что там у нас Алхимик. А, еще Меки у него нету. Ну, она появится совсем скоро, уже в ближайшем будущем. Нету никакого экшена, по сути, как такового. Только на топе создается небольшое давление команды SSD. Она подошла под вышку. Ну, а что еще можно добавить? Ценка просто караулит, чтобы Патму там случаем не убили. Патма еще фармит ракеты. Нова. Вот агрессивно. Типа, ты в ракеты пытался у нее запустить? На. Дрянь. Получи. Алхимик в медле фармит. Фармит заветный рецепт к Меке. А бузит Баклер. Ну, лайфер. Пушит вышечку. Вышечка действительно сильно просела. За последние пару минут 500 хп всего остается у Таура по миду. Внизу. Внизу опасность. Внизу... Мне кажется, Пак все равно уходит. Слишком мало дизейбла и фиксирование его на одном месте, чтобы убить. Ну, понимаешь, там также хп не слишком много. Вот сейчас, например, Потоп. Залетают. Диск. Хотя, да, хватило более чем раскаста. ХП, как бы, оказалось действительно не так много, как хотелось бы Паку. Хотя ПТ у него на силу был включен, насколько я помню. То есть, там был нормальный запас по здоровью, но все равно, видимо, хватило этого Тимбера. Ну, у Тимбера там весь дэмэдж практически идет в пьюр. Ну, не почти, а весь дэмэдж. Так, у нас на топе стычка. Алхимик. Кулдаун неплохой, заряжается. Спускает Блю Банану. Там Блюбанана сейчас вообще спустит. Неплохо залетел, а цемочка через 2 секунды будет колба. Все равно запилили Блюбанану. Райс регенится бешено. Ульт Патмы, его теперь еще не видно. Через секунду начнет заряжать опять стан. Заряжает стан. Вижен, наверное, не будет. Хотя если Ароу попадет, Ароу залетает в деревяшку. Спустили в него еще. Тычка от КВМа. Да, тут тамба от Дурума, но тамба не самая полезная на данный момент. Сейчас на Дурума напрыгивает, он подлечился, успел вовремя. Через секунду будет Дикей. Где же этот Дикей? Вот он есть, но это, конечно же, его не спасет. Да, он пытался как-то понапрячь КВМа. Ну, тут правильно, кстати, нам говорит комментатор Лина, что оуныч. Тотальный. Тотальный оуныч. Еще одна стрела, правда, теперь в РМН. Мы видим, что ему пофиг на стрелу. Сопротивление слишком велико. Мидас появляется у КВМа. Несмотря на то, что на 14 минуте они уже имеют достаточно такое тотальное преимущество в 6000 по золоту и 6000 по XP, он решает все же увеличивать его. Ну ладно, на Патме на самом деле Мидас простителен. Скоро все-таки он дает атак спид. Рейнджовый герой с атак спидом повышенным — это всегда хорошо, тут не поспоришь, действительно. И Сенкинг покупает Даггер. Вот да, что должно пугать. И сейчас можно попробовать реализовать, так сказать, первый раз на топ-вышке. Вот там будет пушка. Вот она реализация летит. Сейчас Сенкинг должен, по идее, в соло убивать Герокоптера. Тем более, Герой сейчас все потратил. Ну как, все, Рокет Бэрридж. Ждет Сенкинг. Ага, вот он залетает, раскрутился. КВМ промахивается стрелой уже раз. Это никак не спасает вообще Герокоптера. Да. Герокоптер все равно отваливается. И килл достается КВМу опять. Ну, я думаю, это был действительно неплохой сюрприз для Герокоптера. Я имею в виду наличие Даггера у Сенкинга. Дримкоил, ЦМ-ку пытается спануть, Сайленс, разрывает Дримкоил, Визаж расставался. И Тимбер просто пошел! В толпу влезает. Рубить леса, да, уходит у нас СЛХЗ, сразу же ловит стан от Алхимика на 279. У него залетело. И тут же есть подкоп. Да, конечно. Эсид спрей. Нормально здесь дерутся сейчас. РМН, ой, его не видят, нет, фамильяры фармят, понимают, что его видят, погибает. Уйдет ли отсюда вилка? Не уходит. Нам сейчас под тамбой драться не слишком выгодно. Нужно бы отойти. И да, просто сваливают. Просто сваливают сейчас SSD. Хорошо, они здесь тоже вроде подрались. Двух типов забрали. Потеряли Сенкинга, правда. Сенкинг там на кураже уже летал. Там, кстати, Верн. Проблемы. Верн, старт получает. Да, 500 отдает стрик. И Алхимик выходит. Эсид спрей. Спустил в Дурума. Дурум получает стан. Тут что, тамба стоит, и она будет стоять. Погибает здесь еще ЦМ, не знаю, как вам полезно. Врывается здесь Верн. Ну, я не знаю, почему в Дурума он тогда кинул. Хотя Блю Банана очень жестко подставился только что. И будет сейчас еще один Чакрам. Это минус Герокоптер. Также сейчас будет минус Дурум. Ну, тут это конвейер гейминг просто пошел. И да, тут идти. Ай-яй, нет, слишком много дэмэджа сейчас наносит. Ай-яй-яй, вот тут ошибся немножко Верн. И теперь Пак имеет возможность его забрать. Хотя у Верна еще есть 9 стиков. Есть пила, и он убивает Пака дерево. Пака теперь не пробьет вообще никак, только из раскаста. Еще и Пака пытается защемить. Там 3 секунды, а Пак только что потратил фейс-шифт.
Это ультракил от Верна. Да, вот только я сказал, что на ровном месте отдает он свой стрик, и тут сразу же Верн после байбека врывается и дает по щам. Ну, тем временем в медле Санкинг в соло роняет вышку. Алхимик приобретает замечательный артефакт в виде даггера, который действительно очень полезный. И что? Заряжает стан. Блю-банана. Подкоп. Есть вижен. Пошел стан. Тут кулдаун неплохой, кстати. Лол, что? Эрайс просто взорвался сейчас под вышкой, когда у него было куча времени спустить в банану. Сейчас там напишут лакс или еще что-то в этом духе. Я сразу же иду проверять. Эрайс, говоришь, да? 133. Тот масс не засчитан. Да, записали. Это называется поставил не на себя. Спустил в себя это называется. Ну, да, да, или так. Санкинга есть ультимейт. Жаль, нет 11 уровня. ЦМ-ка также с Новым годом, и сейчас будет грамотный бит. А если СК хорошо залетит, это все будет. Грусть, печаль, тоска. Потмы. Потмы, Мидас, ПТ, больше ничего. 800 на руках. Так, ну, потма там угрожающая. А, вышку уже отхилили просто. Да нельзя отштукатуривать это дерево. Ну, дерево тратит сюда, Левин Армор тратит, ну, скажем, досрочно, да, возможность кого-либо засейвить. Этим тоже можно пользоваться. Можно видеть, что Левин Армор сейчас висит на Тауре. И тупо идти там повоевать, кого-то где-то гангануть. Это тоже работает. Если, естественно, ничего не делать абсолютно, то дерево может и все товырапы выхиливать. Мадьет. Жалко, заново отстроить не может. И Райс с даггером запрыгивает. И а Райс опять взрывается. Да, ну там КВМ. Тут проблематично было успеть, на самом деле. Ну да, да, да. Там Пак все хорошо сделал. КВМ, естественно, проявил агрессию, заставил Пака только потратить фейс-шифт, но тот варбу вовремя. Да, я не понял, почему инициацию провел именно КВМ, а не Алхимик запрыгнул, кинул стан. Ну вот. Вот теперь проходит стан, Старшторм. Ну и погибает здесь Пак. Отходит, да, много телепортов. Грум. А толку? А толку от этого зомби? У зомби нечем цеплять. То, ровно так же, как и у СЛХЗ. Если была бы мана сейчас у КВМа, можно было спокойно еще раз подраться. Вот, я кстати, думаю... и мигают, да, что, мол, идем повоюем. Там еще, кстати, Вард стоит. Вард видит зомби. Зомби, перемещающегося в центр. Тут смоук. И найдут дерево. Находят дерево. Дерево в таверну. Ты что, Друм собирается подставиться? Лол. Чап-чап-чап-чап. Бешеный этот Тимбер. Просто ору с ним. Да-да-да, озвучка, конечно, просто офигительная. На топе вышка начинает караться. В медле пол хп отхилили, но две вышки одновременно хилить не вариант. Да, кстати, завтра день рождения у Дэнди. Если что. Да. Донди. Мы уже не так давно обсуждали, что куча дней рождений сейчас наступает в сфере дотеров. Да, ну и вышку по миду пробивают. Основательно пробивают. Дерево тут уже вряд ли может справиться. Так, Сайленс. Пак, тут же Мека, и все нормально. Да, ну Пак зато на Меку развел, если что. Это такой развод, знаешь, ему тоже теперь придется чем-то отпиваться, потому что его... Поднабрили тоже неплохо. На топе упала вышка, забрал ее КВМ. Появляется у нее офигительный артефакт. Да, это тот самый артефакт под названием Майлштром. И Сэнд-Кинг. Сэнд-Кинг пока не видит людей. А люди видят Сэнд-Кинга. Дримкойл. Пытается заевейдить. Укопался в лес, ну и достать его нечем. Спускает в РМН. РМН, диск, напиливает. Так, тут Санкинг с ультом залетает, ему-то уже, в принципе, терять нечего, да, отлично раскастовался, но там Герокоптер с колдауном, два минуса уже делает команда. Верн, Юпат, Ред Пандас. Погибает, это... и с него сбивают стрик, 835 золота, это размен 1 в 3, и не да. Очень-то все было приятно для команды. Я бы сказал, очень все было неприятно, так даже, потому что Патма непонятно где гуляла. Цемочка находит Цемку, это минус 4. Опять же, где гуляла Патма, а хрен его знает. Патма, кстати, был ульт, если что. Нет, это все для лохов, ты не понимаешь. Вот эти вот ульты, да, там, ботлы прокликивать, это все для трайхардов. Просто вот так это можно озвучить, да? Да-да-да. Патма, нажми ультимейт.
не получишь, типа, противный. Да-да-да, смотри, у нас там... Что это за мансы? И попадает ведь! И Старшторм будет! Так же стреляет. Штормшторм. И без Штормшторм. Тут, кстати, КВМ просто Art of Juking показал. Вижу цель, не вижу Штормшторма. Штормшторма. Не, отличный был только что прыжок, хорошая стрела, прикольный фраг получился в исполнении КВМа. Распрыжка была, знаешь, что? Ну, он как в Квейке. Да. И Рокет. И Рокет там, да, сандали. Нет, это не Рокет был, это был Шафл. Ну, потому что мы его Шторм прошел. Это Шафл, нет, молния. Нет, какой Шафл? Это, во-первых, Шафт называется. Shaft. А во-вторых, попал-то он Рокетом изначально. Тару. Хорошо. Спасибо, капитан. Ты можешь... Минутка гайда. На СЛТВ. Да-да-да. Ну, КВМ-жки. КВМ-жки пытается зафармить второй тавр. И у него это могло бы получиться, если бы не Пак прилетевший. Но Пак уже видел, что может КВМ вытворить. Подкоп Пака. Пак, видимо, что-то не понял. По-моему, Пак все понял, поэтому пытается отсюда спастись. КВМ такую халяву только что закинул по зомбаку, а, правда, связь он разорвал с Паком, из-за этого да, застанился. Дурума, по-моему, это не особо спасает, он пытается отхилиться. Еще один подкоп, диск. Этот Верн со своими дисками. По-моему, не диджей он, мягко говоря. Да уж, ну не то слово. И опять он не диджей, то тут Сан Сан-Кинг врывается очень грамотно, тут отхил очень много, Дурум уже много хп навыровал, у него 1300. А его уже не убить. Вот теперь уже у Верна будут серьезные травлы, Верн укатывается. Ну, догнать его будет сложно, хотя ракета за ним выехала. И чё? А, в смысле, и чё? Да ты посмотри, как он лепетает. Не, сейчас не, этой ракете на развороте. И зомби, смотри, как его грызет. Просто поставь лайк подает на аватарку. На ботами тем временем алхимик фармит вышку, и он ее отфармит. Да, прогнал он зомбака. 2700 на руках. Ну вы же видели эту фотографию, да? Из Walking Dead. Там зомби первой серии ползет без ног, типа. Ну да, да. Поставь лайк. То же самое было. Из того разряда, согласен. Так там. Очередной день Стимбер 3400 у него. На что он купит? Я думаю, это будет какая-то шива, скорее всего. О, распродажа в Steam, очередной день. Кстати, герои шестые. Смотри, КВМ. Подкоп. Там Дума убили на топе. Ой, Койл, алхимик. Ай, КВМ погибает. Фамильяров посадили, у него 463 срубили. Ох уж этот КВМ. Фидер. Вот алхимик красава. Алхимик не растерялся, в соло забрал зомбака. Не зассал и познакомился. Да, именно так. Познакомился он с зомбаком поближе. Да. Девушка стану не желаете? Unstable concoction. Concoction. Таких слов лучше не употребляют, а еще поймут неправильно. Виктора плавит, друзья, не обращайте внимания. Так, Сын Кинг, так, кстати, с Вейлом уже, вот это... Очень круто. СК, как бы мы в начале там не говорили, что он что-то фигней занимается, нафармил. Причем нафармил достаточно серьезно. И магического урона там тоже хватает. Там ЦМ-ка, Патма, СК. Это очень-очень дофига. Я с вами. Да. И как вам там? Вообще норм. ЗБС? Да даже получше, наверное, немного. Так, алхимик заряжается. Любанана. Ой-ой, как много дэмэдж сейчас влетит, и себя... Вот это те диски, они... Не-не-не, понимаешь, вот диски — это еще полбеды. Мне понравился стан алхимика, который вот ждал до последнего, типа, ну вот сейчас закину, вот сейчас точно закину. Там у пацана БКБ, какого черта ждать? Подкоп, Пака, Арол. И Старфол. Ну тут, конечно, исполнение очень крутой комбинации. Пак был безоружен. А, если от Патмы еще можно как-то, да, поворачиваться. И обезображен еще в конце. Да, именно так. То вот от Сенкинга, который с даггера залетает, ну не так легко скрыться. Да, если вы будете ждать конкретно этого момента, то, возможно, у вас что-то и получится. РМН, драка, замедление КВМ. КВМ, по-моему, не собирается уходить. Цемочка получает раскаст.
Квен, Слоу, Рут, липается, пока Цемка, стан в спину залетает Ромену, на нем Линкармор, падает, диск. Ну тут-то попал по стоячему красавцу. Да-да-да, там по СЛХЗ попадает, кстати, Квен, хорошо залетает еще и Старфол, и запилили ну, дерево. Здесь дерево. Вижен сейчас будет здесь. Алхимик прыгает на собака, и зомбак ловит стан, алхимик его сейчас с руки уничтожает. И остается там вот тот самый РМН, который... Который гонится за КВМом. Да, кот бежит. Подбрил. Остановили. Арол. И еще фамильяров забирать. Да это... То что, забери, вот, все, отлично. Минус фамильяры. Даблкил от алхимика. Вот как-то, знаешь, по очереди команды друг другу отдаются, стоит отметить. Поэтому тут не скажешь изначально, кто вроде супер-доминатор. Я бы сказал, кто супер-доминатор, тот, у кого на 27 минуте 14 тысяч преимущества в золоте. Да, возможно, возможно, вы правы, сударь. И, возможно, все и действительно так. Появляется Кираса у алхимика, вот это уже очень неприятный момент для Cupid Red Pandas. У Пака дела не заладились, у него 0.7. Я привык эти дела называть так. Да, у Пака, между прочим, вот чтобы вы понимали, ПТ, Ботл и Нул лежат с 10 минуты. То есть вот 18 минут он не может нафармить на дайгер. Я прочитал игру, у Тимбера появилась Шива. Я по поводу вот этой ситуации, когда с 10 минуты что-то лежит и не встает больше ничего, хотел рассказать одну маленькую историю. Вчера я решил сыграть рейтинг матчмейкинг. Взял Баланара, пошел в мид. На 4-й минуте я имел ПТ. На 10-й минуте я имел стату 7-1-3. На 13-й минуте я собрал урну. На 42-й минуте я попытался кинуть урну на легион командера и понял, что в ней 0 зарядов за всю игру. То, что моя игра кардинально изменилась в 12-й минуте, я думаю... Уточнять не надо. Ни одного килла и ни одного ассиста с ноября прошлого года. Просто иначе не сказать. У меня бомбануло нереально, когда я нажимаю, типа, пробел и направляю, она пустая. И ты думаешь, вот тут я думаю, подстава. Нормально я поиграл последние 30 минут. Продуктивно победил. Продуктивно, типа. Тут смотри, продуктивно сейчас Рошана убивают. Рошан падает, да, но что тут? Кто заберет его? Вот Верн забирает, да. Два раза убить этого пацана с 2000 хп и Шивы — это проблема. Дайгер появляется у Пака. Он говорит, что я не такой Баланар, как ты. У меня что-то есть. Там как раз обсуждают игры в Стиме. Пишут, в Стиме покупаю игры за 19 рублей, лучшие игры. Да, шутки шутками, а вот всякие инди, типа там World of Goo, Audio Surf какой-нибудь... там какой-то Tower Defense недавно за 90 центов продавался или что-то такое. Типа, игрушки действительно забавные. Так у нас сейчас там будут гирокоптеры убивать. На изи, смотри. Раскаст, прыжок, подкоп, достал, диск, цепанул, БКБ. А дальше что? А дальше проблема небольшая. Да, дальше Пак сейчас с даггером. Коил. Пак с даггером. Будет ли Пак с даггером прыгать? Пак прыгнул. С даггером прыгнул. А зачем? Чтоб с арбы... А, не улететь с арбы, естественно. Там дерево подходит. Смотри, сейчас можно воевать. Да, уходит, кстати, отсюда Сын Кинг. Да тут все уходит. Центрик. Верн тоже но, на цепочку знаешь, свалил. Достаточно трудно Тимбера без Сайленса остановить под виженом... Ой-ой, дерево. Сейчас ультимейт дерево подхилили. Почти спилил. Тимбер пока что по-прежнему под Сайленсом. Но его остановили. Сент Кинг залетел. Копает. Верн на лоу хп. Блин, тут все такие красные. Вот он минус. Аегис наконец-то. Только-только сбили. Аегис и алхимик с даггером. Даггера запрыгивает. Блю Банана. Должен быть диск. Ну, подпилил а Блю Банана. У него нет БКБ. Да. И в таверну. В таверну. Да, здесь это... опять есть подкоп. И цепанут, наверное, сейчас Дурума. Подкоп по двоим. Просто царский. Диск по двоим тоже попал. Дурум пытается уйти. Задевает его тимберчейном. Стан прилетает от алхимика. Просто по двоим. Алхимик подходит. РМН тычечку. Там через секунду будет еще подкоп у СК, так что если кто-то здесь пытается уйти, его сразу же догонят. Прыгает Сент Кинг, но маны у него не хватает. Хотя были стики. Ну, они на кулдауне были, да, только-только кулдаун прошел. Где КВМ, да, вопрос, который... А. Ту-туру, ту-ду-ту. Знаешь, и сверчки такие на фоне. Тишина им. И вот это, да, по одной плюшке так. Мейн керри команды называется. Ща-ща-ща, он говорит, пацаны, я спушил вышку. И типы такие, которые несут бараки. А, окей, бро, найс, давай к нам. Good job, бро. Keep working. И сами бараки несут.
Зато КВМ с чувством выполненного долга сейчас... Пак, подкоп, и Пак отсюда не уходит. Да, Пак как бы и попытки не успел предпринять. Друм. Там тамбу поставили, тамбу надо что-то сгрызть. Друм стоит просто на диске, очень много дэмэджа, хотя сейчас откилился Дикей, им просто бешено. Ультимейт от дерева, по двоим. Так, там сейчас начнется Left 4 Dead тем временем. Left 4 Dead пошел. Да. Лайки, лайки, нет, погибли все. Погибли, там Сенкин ключо успел раструсить. Да, Сенкин только что заюзал ульт, но так как этого никто не заметил, думаю, не стоит говорить о том, какого было его качество. Но и верно отсюда уедет. Тем временем. Tower was destroyed by the Radiant. И КВМ. Бабло команде приношу. Хватит видеть, ублюдки. Пошли драться вчетвером, упыри. Ничего без меня не можете. 5300 на руках. Решил приобрести себе МКБ. Да, хорошее решение. Это факт, да? Против тверов особенно. Там сейчас в чате начнется, да. Именно так. Что, Патма? Пока без МКБ. Патма занята, отстань от нее. Ты начинаешь к ней. 5 минут жизни КВМ. А, понимаешь? А, нет, вот все, МКБ он себе собрал. Ты же на байбек не оставил, не сы его, вы пацан, на самом деле. Какой байбек? Ты видел, чем он занимался в последнее время? Ему смерть даже близко не грозит. Он избегает насилия всеми возможными методами. Тут он собрал Манки Кинг Бар и молниями людей бьет. Ну да, да, это знаешь, это как пацифист с пистолетом под подушкой, вот из этого разряда. Типа, я за мир во всем мире. Ты смотри, КВМ сейчас могут цепануть. У него поставилась ракетка. Сайленс. КВМ. КВМ погибает здесь, кстати. Смех смехом, а КВМ. Не, я могу еще поржать на самом деле. Подожди, оставим на этом месте так. Сейчас еще крипы осквернят его могилу. Протоптались. И Пак. Ну, короче, Патма в этой игре, скажем, потеряла ход событий. Райс запрыгнул, Пак. Ну, Пак заивейдил стан. Неудивительно. И знаешь, КВМ такой, где вы были? Да-да-да. Да я пушу топ, а вы бездари. Вот это... Так, в медле, драка, Пак, Сайленс на ЦМ-ку. Санкинга тоже попал. Диск, дурум. Говоришь, Сайленс на ЦМ-ку, и на ЦМ-ку тоже попал, вот знаешь, то есть мельком так сбрызнул просто. Так и было. Ты видел там? Капелька прям залетела. Да-да-да. Надо научиться копировать звуки сверчка. Полезное будет, я думаю. На китайской особенно дотика, да, да, 90 минут идет. Ну, на работе точно пригодится, это факт. Надо периодически просто камеру уводить, знаешь, там уйдет в мясо, лес, типа, вот сюда куда-нибудь, типа, раз, не-не-не, вот именно идет супер мясо, какой-то зарубы, и КВМ, знаешь, сразу на КВМ переключаться, и КВМ там так стоит. Так и было сейчас вообще-то, внизу, там файт был, я переключил на него. Ну да-да-да. Ой, беда. Что ж, 35 минут игры позади, 25 тысяч по золоту преимущества, и это все КВМ. Это, конечно, это именно все КВМ. Его вышки. То, что у него два тиммейта, его уже почти догнали по нетворсу, товарища, который бьет крипов всю игру. Его отдают просто на изи, потому что... Да, да. Почему у него БКБ еще нет? У него есть Сенжин Яши, но нет БКБ. У КВМ 210 крипов, 170 у Тимбера и 141 у Алхимика. А по нетворсу Алхимик только что обогнал КВМ. Нормально. За бараки нормально дают. Бараки стоят. Вот и я о чем, то есть. За бараки еще не дали. Так, запрыгнули. Ну, тут, на самом деле, алхимика убивать 2000 хп не в ульте, дело неблагодарное. Когда он нажмет ультимейт, потому что это будет печать. Так, подкоп, а Роу летит мимо. Нет, он сейчас в файте, расстреливает Дурума, Старшторм, минус. Нормально, нормально. Аплодисменты, КВМ, на него посадили. Еще птицы, еще птицы, посадили. Вау, 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 что Сан ты делаешь? Сан-Кинг раскастовался, должен быть подкоп, а нет подкопа. Нет, по двоим падает просто по-царски, тут Кристал Мейден. Включается в битву, фамильяры падать начинают. К-
КВМ. Да я у него птиц поубивал, они на кулдауне, это победа, пацаны, красавы. Хорошо, что поддержали меня. И Сын Кинг, знаешь, который там... Выл, да, Герульт, подков. Типа, да-да, спасибо большое. Ну, бешеные тычки, конечно, залетают сейчас от КВМ, ничего тут не спасает. Блюбанана просто на лоу ХП, но вряд ли его отсюда отпустят. Да, погибает, это минус 5. Да, ну это ГГ, скорее всего. Я тоже так думаю, что вряд ли стоит тянуть КВМ за яйца. Да, скорее всего, тут побеждают эти товарищи. Ну и, хотелось бы выделить, наверное, хорошую игру от Сын Кинга. Безусловно, классно товарищ откатал. Офигенные врывы были. Ну, это мини, old school. Не, мы его тоже выделим, но по другой номинации. Лучший пушер тавров. КВМ, да, лучший пушер этой игры однозначно. Я думаю, что эта премия достается ему. Я бы его назвал внегласный фурион прям. Угомонись. Я показал, что происходит на том месте, где недавно убивали КВМ. То место уже забыто. Нет, проклято. Проклято может быть, но не забыто. Никто не забыт. Ничто не забыто. Что там, подкоп, проблема у дерева. Дерево погибает. Ну, здесь минус 2 лайна уже залетает на Шиве сейчас. Тимбер, Друм, ставит Тамбу. Тамбу тут же алхимик сбривает. Там нормально отхиливается, пак залетает. Правда, дэмэджа не так уж и много сейчас у команды Кипат Ред Пандас. Вот в чем проблема основная заключается. Там алхимик уже нормально. Спустили в Друма, эсид спрея пока нет. Ну, с руки просто иди сюда подкатывает. Киллинг спрей от Райза. Знаешь, это вот тот самый момент, когда нереальный такой экшен, замес, заруба, просто драка, а хп не убавляется у энеми. Да, кстати, согласен. Тот самый случай. Хотя вот сейчас все на лоу хп, Райз взрывается. Ну там кулдаун хороший от гирокоптера, пытаются еще отбиваться здесь как-то кьюпады. Ну вот остается один гирокоптер и получает колбу. БКБ не у него нет, Новый год. Да, цемочка нормально занавогодила. Два байбека от ССД. Там трыла у Патмы должны быть и... А, не, у Патмы нет трыла. Окей. Просветочка. Что, пойдут под фонтан? Ну, тут сейчас, конечно, армора настакается много. И надо улетать вниз. Да, улетает Бёрн. Алхимик включается, 107 регенов в секунду. Сейчас будет заряжать стан, наверное, под зомби. Мы... О, нормальный артефакт. Вместо дайгера-то. Самое оно. ГГ, пишет Эромен. Ну, тут действительно ГГ. Да не. Подожди. Сейчас там КВМ будет атаковать. А, тут атаковать уже некого. Что ж, хорошая игра от команды SSD. Они по-прежнему сохраняют шансы на лан-финалы. Мы не будем, скажем, преуменьшать их заслуг. Начали они вообще неплохо. Габлак, Алайенс. Всего лишь, да, релакс. Но если так же ронять ТВРа. Если КВМ будет продолжать пушить, то шансы есть, безусловно. Вот, собственно, турнирная таблица. Кьюпады 4-13. Они вылетают со стар-серии. Это уже, я думаю, стопудово. Кто им составит компанию, мы, наверное, еще не знаем. Возможно, Маус, возможно, Флипсайд. Да, если Маус дисбанд, вот подсказывает нам Андрей, то есть... шансы еще у кьюпадов, так что парням еще рано расстраиваться. ССД сдвинулись на восьмую строчку. Да, тигр. 9 побед, точнее, 4 поражения. Неплохая, в принципе, статистика, я бы сказал. В сравнении с теми же ПРами, которые имеют уже 6 лузов. Или Фнатиками, у которых 5. Благодаря сегодняшним матчам. Постарались. Это что, завтра? А, это 3-го числа. 3-го числа. Да, завтра. А завтра вообще ничего нет? Чувак, до 3-го числа ничего нет. Ты знаешь видео, где чувак убегает голый из комнаты радостно? Что? Окей, изи. Изи, Китай просто. Ну, в общем, Рокс, Маус. Понятно, что Роксы, Альянсы сейчас должны побеждать. У нас стадо динозавров просто. У нас там оккупировано. Причем 3 игры SSD. Вот это будет действительно заруба. И как раз самые сильные оппоненты. Релакс, Альянс, Рокс. Вот. Нет, просто... самое будет крутое, если они выигрывают эти 3 игры, а потом сливают последние. Как в Матике, да, вот из этого разряда. Да, они просто обкатывают всех и говорят, сори, ребята, у нас там с визами проблемы, мы не можем приехать. A little trouble. Мы рабы. Мы рабы, да, типа того. Что, мы на сегодня, наверное, можем прощаться с вами, дорогие друзья. С вами на протяжении всего... дня работали. Такого длительного. Длительного дня. Устали нас слушать, наверное. Каспер Готхант. До скорых встреч 3 января. Нет, я-то с вами увижусь 31 и 1.
а Каспер только третьего. Да, да, ну ты у нас трайхард просто. Как меня назвал? Золотой работник? Работник месяца, и такая в рамочке. Должна здесь висеть позади нас. Ладно, друзья, всем всего самого наилучшего. С наступающим вас, кстати, Новым годом, это самое главное. Всего вам хорошего, побольше First Blood'ов и... До скорых встреч по ту сторону сетевого кабеля. Пока, катаны. Впервые в 8-м сезоне легендарной серии Star Ladder зрители и фанаты смогут сами определить главную награду в дисциплине Dota 2. Стартовая сумма призового фонда – $50,000. Каждый купленный билет турнира добавит к нему $2,500. Смотри игры через Dota 2 клиент. Поддержи любимые команды и внеси свой вклад в развитие Star серии. Уникальный сет на Вивера в подарок. Игра Point Blank изменила мир онлайн-шутеров. Более 50 миллионов зарегистрированных игроков со всех континентов. 11 классов вооружения, 150 единиц оружия, 9 боевых режимов и 35 уникальных карт. Регистрация на pointblank.ru абсолютно бесплатна. Просто выбирай оружие по душе и вперед, в бой. Начни свою карьеру киберспортсмена. Стань чемпионом. Впереди большие турниры. Шанс представить свою страну на ежегодном чемпионате мира Point Blank International Championship с призовым фондом более чем $50,000. Мировая слава, денежные трофеи и победы, которые войдут в историю киберспорта. Это Point Blank. Процессоры Intel, трансформер. Все компьютеры завидуют тебе. Все программы мечтают о тебе. Что, старый ноутбук? Нечего предложить взамен. Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Хватит жить прошлым. Выбери ультрабук.